По 10 секунд, наверное, да? Да. Или батарейка куча в часах. Ну, это только 5 секунд отдал этот вот. Сделай 5. Вокзал сколько у нас? Ну? Ничего, 10. 5, ой. Женя Семянко? Да. Чего? В школе раньше не научилась читать и писать. Значит, в школе там уже какие-то кукисы, не знаю. Я тоже плакала, не могла бы сказать, что она сама принесла, свой принесла. В этой церкви, да? Ну да. На меня смотреть неинтересно, да. Это буду давать по 20 секунд. Давай по 20 секунд. Это будет на 4 часа тогда. Получится долго. Ну, Троицкая, Сербийскую лавру, что ж, это оно там... Жаль, что вы там не заехали, да, по дороге посла. Ага. Да. А вы так, все в этот час сразу меня куда-то не купали? А Кирилл все там же, да? Ну, в общем, как, остались довольны? Ну, да. А вы пили телефон, да? Такая была уже, да? Костя такая, да? Да. Да. А вот следующую субботу не будет. Или совсем не будет запахника. Должна быть более полная самая интересная картина. Потом бас-гитара, барабаны, саксофон и тромбон. Что-то много. Ну, вот в Нью-Джерси несколько раз будет. Потом так, ничего, да? Да. Пикник. Немножко еще секунду, да? Под ради, это русская организация, там недалеко. Там. Нет, еще. Нет. Ну, так
там все очень тяжело получается. Там же очередь я съеду, там не говорю. Все. До 7 недель нужно ждать. Ну, так вот. Упс. Да, ну то же самое, да. Да, да. Не за что. Хорошо, пока вы, все хорошо. Да. Даже не видел, что это началось. Ой. Может, твоей матери это звонить, нет? Что? Ты не будешь звонить от твоей матери? Может? Нет. Студентка. У меня есть Лифкович. О. Я на городе Маша. Должна регистрировать свое имя, и что мы делаем, и что мы хотим в будущем делать. Я не знаю, что она лучше сказала. Другой дядька сказал, что мы хотим в будущем стать бюрократом. Одна жизнь даже шелкнет и уже. Кого? Твою тетю. Ну, ее настоящее имя Ирина. Ирина, это Борисоглебск, не Боровский, а Борисоглебский. Там. Кабалу. Надпись «Прочитать море» нет? Почти нет. Пискаревское мемориальное кладбище. Написано, да? Угу. Поколений грядущих.
Еще сверху надпись какая-то. В сердцах поколений грядущих. Да, не то надо ожидать. Thank you.
Да. Знаешь, что нужно было сделать, папа? Mm-hmm. Нужно было выбросить фотографии, которые... И сколько часов ты хочешь говорить, и разделить на минуты. Ага. Thank you.
Нет. Звук же это надо переписывать опять, да? Да, вообще-то да. Я думаю, это самое тейп с музыкой не пускать. Если бы она была повязана, связывающаяся по-другому, то это такое дело. Так. Снимаешь? Питер уже был, да? Да. И эти были? Да, да. Он, наверное, у меня в аппарате еще. Вот как, видишь. Ничего так будет, да? Да, так хорошо. Это Макаревск называется. Место Макаревск. На Волге, значит. Угу. Он к Волге выходит. Волга красивая речка все-таки. Да. Чё? Там острова, знаешь. На острова едут по ямке, что не видно, да?
В общем, мы отдали вот это как раз. Весь почти наш шар. Отдали. Макаревск. Вот не доезжаем. Что? Не доезжаем этот вот Костромы. Что, это? Да. Да. Это еще не доезжая Нижнего. Между Нижним чем. Теперь так. То есть это первая часть. Разводчиков, да? Теперь, что поместить? Может быть, поместить вот эту вот газету «Возвращение». И тут вот эта вот карта. Видишь? А, это обязательно нужно. Так, теперь мы должны начать перенесение, да? Да. Ну, я икону сфотографирую сейчас. Икону сфотографирую, да. На несколько минут. На минуту, может быть. Чтобы можно было тебе вступить. На минуту сделал. А потом же карту. Что? Карту потом можно. Да, вот это вот. Я думаю, что всю газету возьмешь сначала. Угу. А потом вот эту карту только так вот. Нужно прищепку, наверное, для этой ракеты, чтобы она висела, нет? Сейчас. Посмотрим, да. Может быть, его потом, ее потом в развернутом виде тоже там фотографии. Да.